Всем привет! Добро пожаловать на канал! Хочу сегодня показать вам, как можно из остатков ткани сшить модный аксессуар. Я недавно сшила брюки из эко-кожи, и у меня остались небольшие кусочки ткани. Я хочу сшить из них резинку на волосы, и сейчас покажу, как я это буду делать. У меня вот такая эко-кожа, она мягкая, изнутри у нее тканевая поверхность. Если у вас нет эко-кожи, можете шить из любой другой ткани. И также мне необходима будет резинка. Теперь я выкраиваю полоску шириной 9 см и длиной 45 см. Я сделаю полоску из двух кусочков, так как у меня на одну цельную не хватает ткани. Вы можете сделать одну цельную длиной 45 сантиметров. Вот так я уже вырезала две полоски. Теперь стачиваю их между собой. Шить резинку я буду на швейной машине обычной лапкой и иглой для стрейчевых тканей. У меня получилась одна цельная полоса длиной 45 на 9 сантиметров. Теперь складываю эту полоску лицевой стороной вовнутрь пополам и буду стачивать по длинному краю. Также необходимо в начале и в конце отступить 1,5-2 сантиметра, начинать стачивать не с самого начала, а отступить 1,5-2 сантиметра и точно так же в конце. Я буду дошивать не до самого конца, а также не доходя где-то 1,5-2 сантиметра тоже до конца. Вот так я уже стачала. Теперь выворачиваю на лицевую сторону. Вот так у меня получилось. Теперь беру два конца с одной и с другой стороны. Складываю их между собой, лицевой стороной вовнутрь. Скалываю по короткому срезу и стачиваю на швейной машине. Вот так я уже стачала, у меня осталось небольшое отверстие. Теперь беру резинку, отрезаю нужный размер резинки и продеваю в туннель. Одеваю булавку и продеваю в туннель.
Теперь два конца резинки стачиваю на швейной машине. Резинка моя почти уже готова. Теперь скалываю оставшиеся отверстия булавками и зашиваю на швейной машине. Вот такая получилась у меня резинка. Если вам понравилась эта идея, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!